Главная масленица страны отгремела в Ярославле. В парке на Даманском острове, несмотря на слякоть и сырость, было по-настоящему жарко. Ритуал сжигания чучела масленицы прошел под звуки русских народных песен. По традиции, в последний день масленичной недели все просили друг у друга прощения. У ярославцев для этого случая была уникальная возможность попросить прощения у самых близких в эфире Первого Ярославского. Простите меня за все. Все плохое пусть останется позади, а все хорошее придет и придет, и еще раз придет. Простите меня, пожалуйста, за все. Я тогда прошу прощения у своей мамы, потому что я к ней редко прихожу. А так вообще-то у меня все хорошо. Я прощаю своих родителей.